Всем привет, дорогие друзья, с вами Хилджи, добро пожаловать на новое видео на моем канале. Сегодня мы с вами будем обозревать совершенно новую игрушку, но весьма популярную, которая называется Block Strike, как вы уже поняли. Ребята, давайте, пожалуй, начнем играть. Вы видите, у нас есть тут командный бой, классический, бомба, бомба 2, зомби-режим. Кстати, зомби-режим мы с вами в него поиграем. Резня, АВП. Гонка вооружений, сопротивление и так далее, охотник и все такое. Если вкратце, ребята, то это игра, которая требует Wi-Fi. Это игра сетевая, и она просто не может без Wi-Fi. Как я говорил, мы с вами поиграем в зомби-режим. Давайте карту случайную, подключение к региону, и мы с вами ждем. Так, мы с вами зомби, ребята, сходу прямо так, вы уже видите. Тут есть разные карты, тут есть, как и бомба. В принципе, это можно назвать чем-то КС в пиксельной версии. Но только здесь есть намного больше режимов, ребята, да. В принципе, вот этом режиме, который мы сейчас с вами играем, здесь основная задача, если вы за зомби, конечно, играете. Убить всех выживших, но это ступано, потому что управление здесь, конечно, жуткое. А если играть за выжившего, то отстреливать, так скажем, зомби и попытаться выжить со всех сил, ребята, да. Здесь есть свои фишки, карты, нычки и разные такое. Кстати, вот мы с вами видим выжившего, и давайте гонимся. Здесь очень легко определиться, поскольку выжившие они в синем, а мы зомби, естественно, в красном, да. У зомби здесь тысячи. На момент, так скажем, здоровья, это очень-очень полезно. Также прошу заметить, что для этой игры требуется Google аккаунт. Да, ребята, если у вас есть, конечно, Google аккаунт, то с радостью качайте эту игру и регистрируйтесь, ничего не будет вам, никто не украдет, и пароль будет в надежности. Вы видите, сейчас началась совершенно другой раунд, и мы с вами уже за выжившим. За выжившим играть намного-намного интереснее. Да, ребята, несмотря на то, что все в детстве хотели быть зомби, выжившими тут реально прикольно отстреливать зомби. Это очень даже неплохо. Мы можем тут колотить эти специальные красные штуки, которые тут расставлены. И заражение началось. В принципе, как я уже объяснял, зомби должны заражать, точнее убивать и тем самым заражать. И мы с вами будем зомби, да, ребята. Наша главная цель, естественно, убить как можно больше зомби, ну хотя нет, это не наша самая главная цель. Наша главная цель — это выжить, ребята. Вы видите таймер между счетчиком, где показывается время до конца. Если все, хоть или хоть один охотник, точнее, я имею в виду выживший, останется, то все, выжившие победили. Это очень прикольно, да, ребята. Сейчас у нас 14, точнее, прошу прощения, 4 минуты у нас до тайминга. Это очень прикольно, ребята. Надеюсь, мы с вами выживем. Как вы видите, дощечки у нас тут имеют ХП, 50 прочности, точнее. И как-то так. Можем, вот, я как раз застрелил одного. Да, ребята. Ну и, в общем, к чему мы переходим. К тому, что эта игра заслуживает внимания. Она очень прикольная. И вот как-то так, ребята. Я не думаю, что вы хотите на протяжении всего видео слышать мой голос, поэтому я просто оставлю этот геймплей. Ну да, это геймплей, но он мой, ребята, не волнуйтесь. И включу музыку, чтобы вам было как-то хоть поинтересней. So I brought my team for this. Yourself, I'm the
realest player. Trap stars, selling the biggest bricks. I'm the realest player. Rap bars, smoking purple lips. Step up in the club, I got love. Cause I'm rich. A girl between my legs, do me up like I'm licorice. 25 stacks at the bar, ice on my wrist. Step up to this pimp and get your braided hair and wig split. Back up in my Chevy, brains blow out. Peanut butter, riding high, staying high. I'm talking like a strong ass motherfucker. Throw your head. Что ж, ребята, надеюсь, видео вам понравилось. А с вами был Хилш. Всем удачи и всем пока.